Я предполагаю, что вот здесь вот гриб. Да. Красавый. Груз большой. Отрежем. Оп. И червивый. Так вот я к нему за собой закопаю. Режем грибочки и варим 25 минут. Стерилизуем банки и крышки. Готовим рассол. Состав можете посмотреть в примечании. Вливаем воду и укладываем грибочки в банку. И заливаем рассольчиком. Все. Можно закрывать крышками. Грибочки на зиму готовы. Ну вот, из 2 ведер груздей у нас получилось 4 литра грибов. Зимой будем открывать. Приятного аппетита!